Значит, я хочу сказать некоторую вещь, что вообще вот эта третья глава, то, что называется «Песнь времен», а называется она так по самой простой причине. Я просто покажу. Если вы... Очень интересно, куда пропала? А, вот она. Значит, share screen. Сейчас. Вот это. Вот то, что вы видите, я не очень активно это рассказывал. Дело в том, что по некоторому обычаю свиток Когелет положено читать в Суккот именно по свитку, так же, как читают свиток Эстер. И то, что видно, да, я показываю, это фотография свитка, написанного на пергаменте, как положено. Значит, ну, это образец где-то. Я их видел несколько разных образцов. Он не столь жестко предопределен, как остальные, как свиток Эстер. Свиток Эстер намного более жестко это самое. Но вот, вот это вот место... Нет, ну, сейчас увеличить можно, мне здесь можно. Вот. Вот это место внизу, то, что вы видите, это как раз и есть начало третьей главы. Обратите внимание, что она написана в столбец. Да? «Эт ла ледет ве эт ламут». В других свитках она может написана не в... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, три. 14 строк. В других она может быть написана в 28 строк еще. Она может быть написана в 28 строк. То есть каждый это будет в отдельной столбце будет написано. Ну, то есть, а только это будет вот слева приведен столбцом. Ну, вот, это вот так. Поэтому название, что эта песня, она в свитке пишется как песня именно. Значит, то есть это, ну вот это предписано так. Я хочу заметить одну вещь. Вообще про песни... Хотите, я вам текст просто поставлю? Давайте я попробую сегодня сделать. Смогу. Где то, что нужно? Вот это третья глава. Да? Ну, да. Значит, смотрите, вот эта третья глава, к ней очень много комментариев, вот именно к песне «Время». Вообще, я сразу скажу, что книга Когелет «Экклезиаст» самая закомментированная книга. Вот. Комментариев к ней написано столько, сколько нормальному человеку за свою жизнь просто не прочесть. Это самая закомментированная книга, какая есть. Поэтому как бы знать все, что про это написано, невозможно. И, а вот по поводу вот этих вот 28 глаголов, которые здесь стоят, время, чему и как. Оно, об этом написано еще много, с анализом, чем одно отличается от другого и так далее. Для нас важнее другое. Я вот еще раз хочу напомнить одну вещь, что вот всему свой срок, вот время, вот слово «зман», вот это вот слово, оно, собственно, практически только в книге Когелет есть, и в Эзере и Нехемии. Это время, значит, в библейском иврите, когда хотят вот такое слово употребить про время, то говорят «моэд». Вот это оно библейское абсолютно слово, то, которое синеньким выделено. Значит, давайте так.
Зман – это время по часам, а эт – это время по наполнению. Вот Мальбим, такой вот есть комментатор, значит, он, значит, 19 век, очень серьезный комментатор, значит, он довольно активно комментирует слова, и он всегда считал, что каждое слово, оно как бы имеет единственное точное значение. По-моему, это слабость. И в книге «Экклезиаста» он терпит сокрушительное поражение, потому что сказать, что каждое слово должно иметь единственное точное значение, он это не пройдет в этот момент. Но по поводу слова «зман», да, но при этом его замечания о словах, они ценны при этом, очень ценны, он проницательный очень человек, то есть можно спорить с тем, что о единственном значении, это не очень удачно. Но как бы Мальбим пишет, что есть, что «зман» – это естественное природное время, извините, это естественное природное время, такое как время весны, то есть это, естественно, время жатвы, вот время событийное, время, наполненное событиями. Кстати, это ровное место у всех комментаторов, у тех, кто хорошо знает там, грамматика. А зман – это время на часах, это точное время. По этому поводу, вот теперь, когда вот эта справка, она очень нужна. И вот почему. Потому что тогда песнь времен, вот эти 28 времен, которые здесь прописаны, они становятся, вот это можно так, есть точное время, когда умирать, и точное время, когда рождаться. Точное время, когда по часам, когда надо сажать, и точное время, когда надо выкорчевывать массаж. Время, когда надо убивать, вот точно, вот по часам, 2 часа 32 минуты надо убить. Так вот, это неправильное чтение. Потому что правильное чтение, есть эпоха предназначена для насаждения, есть эпоха та самая. Я это в прошлый раз говорил, я хочу проговорить еще раз, и сейчас вы увидите, почему. Значит, вот какой вывод из всего этого? Да, вот к песне времен лучший комментарий, как это ни странно, приведен Райвадом в комментарии к книге Ецера. Но и подобный комментарий у того же Рамхаля вы можете найти на самом деле. Это они как бы небес, открытие небесных окон. 28 небесных окон, когда открываются возможности, которые светят на душу каждого человека у Рамхаля и которые светят на весь мир у Райвада. То есть как бы есть времена предназначены. Значит, посмотрите, вот что, но на самом деле меня будет интересовать другой вопрос. Вот я не собираюсь заниматься конкретный смысл каждого из 28 глаголов, которые здесь стоят. Куда более важно другое. Посмотрите, что это делает вот в книге Когелет. Смотрите. Вывод, который из этого следует. Да, три звездочки, которые я вот здесь проставил, это метка, которая как бы ставится при изданиях, еврейская разбивка на главы. Она отличается от нееврейской, кстати, при этом. Значит, но она не нумерованная, но есть метки разрыва. Значит, какое следствие из всего этого? Какая польза тому, кто делает от того, над чем он трудился? То ли польза, еще раз, слово «етарон», оно может означать пользу, а может означать, что останется, что это сам. Далее, я видел нечто, дело, рутину, которую Бог дал людям,
чтобы заниматься им как рутинное дело. Все сделано прекрасным. Вот нету «этхаколь асаефебе и то». Все сделано. Обратите внимание, не сказано, кто сделал. Все сделано прекрасно в свое время. И надежду на вечность Натан Балибан. И надежду на вечность дал в сердце людей. Да? Но так, что человек не мог познать деяния, которые сделал Бог от начала до конца. И далее два стиха. И я понял, что в этом нет иного, нет блага, как только радоваться и делать благо, и делать счастливой в своей жизни. То есть либо свою жизнь, либо в своей жизни. И всякий человек, который ест и пьет, и видит благо, это дар Божий. И понял я, что то, что сделал Бог, оно прекрасно вовеки. Или пребудет вовеки. К этому не добавить и не убавить. Что было, то и будет, а то, что Маша Гая Кваргу, то, что было, оно уже было, а что будет, уже было. А Бог хочет, чтобы все повторялось и так далее. Что вот вся эта великолепная песня времен делает в книге Когелет? Ответ, как это ни странно, она глубоко пессимистичная. Вот это не, это и философия, но из этой философии, как вот изначальная философия о том, что мир сотворен Богом, и не вечно меняясь, остается неизменным. Точно так же здесь время создано Богом. И оно... Вот здесь есть два подхода. Либо, вот смотрите, в любом случае, то, что мы здесь видим, это потеря абсолютов. Вот что хорошо, рвать или сшивать, молчать или говорить, воевать или не воевать? Ответ вовремя. Но это означает некоторую мрачную вещь. Стремление к миру, ты не можешь сказать, что ради... это идеал. Ты теряешь любой идеал действия. Потому что как бы правильность действия зависит не от тебя, а от времени. Вот на самом деле вся эта песня, она глубоко пессимистична. Потому что и вывод из нее, и какая польза от того, что ты чем-то занимаешься. Потому что нужно этим заниматься или не нужно этим заниматься, определено не тобою. Это дано людям как рутина. Прекрасно, когда вовремя, ежели ты попал в правильную эпоху с правильными действиями, то это твое благо будет. Но делай ты или не делай, это не твоя, тебе от этого как бы это не от тебя зависит. Вот тогда 9 стих. Какая польза от того, что он делает? Майотер. А если имеется в виду, ведь не, ничто останется и никакая польза, а какой смысл? Если делание или не делание зависит это не от тебя. Вот здесь вот я хочу здесь подчеркнуть одну вещь. То, чем занимается Когелет,
оно состоит в следующем. Вот если вы начнете смотреть ритмы книги Когэлета, то вы обнаружите следующее, что он всегда говорит о некотором явном идеале. Вот перед этим во второй главе он говорит о мудрости и о деятельности. Я займусь деятельностью. Кончается это тем, что это лишено смысла. Как и вот. Ибо вот человек создавал 21 стих во второй главе. В мудрости, знании, успехи, и все это пропадет от того, кто не умеет ничего делать. После чего и все страдания, и все это исчезнет. То есть, как бы деятельность, она бессмысленна по причине того, что она не останется. Но вот 24 и 26 стих говорит, что нет блага, кроме как есть и пить, и это дар Божий, это подарок, который Бог дает человеку. Ибо человек, который хорош перед ним в 26 стихе, он дает мудрость, знание и радость, а грешнику печаль, собирать, страдать и заниматься бессмыслицей. Хочу подчеркнуть одну вещь. Вот во второй главе бессмыслица заниматься чем же человек, который угоден Богу, отличается от того, кто не угоден? Тем, что тот, кому, кто Йире Элоким, богобоязненный или почитает Бога, он получает награду здесь и сейчас в виде радости от трудов. То же самое, если вы посмотрите выше, начало второй главы, конец первой главы, там будет точно такой же проход про мудрость. Она вот мудрость. И увидел я етарон, преимущество мудрости над глупостью. Что есть етарон лехохма, есть преимущество мудрости над глупостью. Подобное преимущество света над тьмой. Мудрец видит умом, а дурак ходит во тьме. Но смерть одна и та же. Как кончит глупец, что случится с глупцом, то случится и с мудростью. То есть, что мудрость, что глупость. Если мы говорим о вечности, если мы говорим о человеке против смерти, то и ждет одно и то же. Более того, если вы скажете, что после мудреца сохранится память добрая его мудрости, то 16 стих. Ибо нету вечной памяти ни о мудреце, ни о глупце, и по прошествии дней всех забудут. А мудрец и дурак умрут в равной степени. Одинаково. То есть на самом деле вот этот неизменный мир, над которым жизнь человека – это только такой пар. Да? Каждый раз, каждый проход, вот, каждый цикл, вы можете посмотреть внимательно, он такими циклами будет построен весь, будет избран некоторый идеал, философский, практически, неважно какой. Он каждый раз будет кончаться заявлением о том, что это бессмыслица перед неизменностью мира, либо перед лицом смерти. И вторым рефреном, вот два рефрена, это бессмыслица, то есть слово «гевель» как вздор,
бессмыслица, ерунда, может быть. Вот нету хорошего слова, потому что оно чуть-чуть по-разному употребляется в этой книге. Вздор, бессмыслица, ерунда. Все это ерунда полная, как бы. А потом говорится, но сама жизнь – это дар Божий. Вот теперь вот про пессимизм и оптимизм книги КХЛ. У нее всегда вот этот глубокий пессимизм. Рядом идет глубокий оптимизм о ценности жизни как дара Божьего, а точнее тех подарков, которые он дает. Вот это одна из, это важнейшая вещь книги КХЛ. Это главнейшая часть, которую, если вы следите внимательно за ходами Кахелета, то вы обнаружите, что вот идет именно вот таким этим самым рефреном все это, двумя рефренами. И в этом смысле я хочу сделать одно отступление, которое, мне кажется, здесь самое место. Смотрите. В Танахе есть две совершенно... Давайте я на некоторое время остановлю показ. В Танахе есть две абсолютно по-разному, две полностью противопоставленные книги. И, например, там... Не буду там пример приводить, но вот Зерковод такой есть человек, это в Датный край его комментарий, который говорит, что нет более противопоставленных книг, чем книга Йов и книга КХЛ. Я не собираюсь спорить с этим утверждением. Более того, она вполне согласен с автором. За исключением одной вещи. Эти книги, они именно противопоставлены, они... не просто, они не связаны. Вот можно говорить про то, что две книги никак не связаны друг с другом, а эти две книги связаны против, в полном противопоставлении. Они как бы существуют одновременно и находятся в тяжелой контрапозиции всего. То есть как бы они одна эхо другого, но совершенно с другого края. Вот смотрите, в книге Йова, герой книги Йова, он самый несчастный человек на свете. Вот все несчастья, какие бывают в мире, это он. Вот человек со дна, причем не просто со дна, а человек, который упал, то, что называется «Меигра рама лебора амикта», с высокой крыши в глубокий колодец. Да, вот в Талмуде такой оборот есть для этих случаев. Это Йо. То есть к тому, что он самый, он бедный, он страдает всеми известными науки болезнями, его жена не поддерживает, он потерял детей, он был высоким человеком, он стал никем. Значит, книга Кахелет начинается «Я царь». И всех проблем в жизни, в отличие от книги Йова, у меня приблизительно сочетается ли икра с фуагра. Или все-таки кокре лучше подавать лягушачьи лапки? А, ну, мы еврейские, а, да, автор, значит, икры там нет, фуагра там есть, лягушачьи лапки, кто же есть, будет, да, но сами понимаете, вот. Как бы здесь нет ни слова о здоровье, то есть он здоровый человек, он богатый человек, он вот тебе райский сад построил, и то еще обдумал, как бы получше райский сад и так далее. То есть это самый счастливый человек на свете. Это первое противопоставление. То есть вот здесь следите за руками. Дело в том, что они действительно... Начало книги Йова, значит, рассказ о том, как счастливо жил Йов, потом о несчастье, которое свалилось на него. Но перед этим пролог на небесах идет. Идет пролог на небесах. Там Бог говорит с сатаной, да, а дальше происходит событие. В финале, перед эпилогом, таким классическим эпилогом о счастливой жизни Йова после всего этого, идет катарсис книги, то есть ее вершина, Бог является Йову и тем или иным способом это явление решает проблемы, которые там стоят. Книги. В книге Кахелет нет ни пролога ни на небесах и нет
финала на небесах. Более того, в книге Когелет нет вот этого катарсиса, нет вот этой высшей точки. Ее просто в ней нет. Более того, в книге Когелет небеса не открываются нигде. И это такое очень важное, вот это противопоставление книг. Но оно не просто противопоставлено. Дело в том, что эти книги занимаются одной и той же проблемой. Вопрос-то там очень похож. Только в книге Йова вопрос, как с Богом сочетаются беды, земные беды, на всех уровнях. На уровне Йовы, на социальном уровне, там много про это говорится, и про социальные беды. На самом деле, две книги, значит, об этом там идет речь. В книге Когелет, скажите, вот человек живет счастливой жизнью. Вопрос, зачем? В каких он отношениях с Богом? При этом вот не будет у большинства народа, они не выйдут на уровень пророка. Это Йов вышел на уровень пророка. И как там замечают куча комментаторов, Йов на самом деле перед историей, перед прологом на небесах уже находится на пороге пророческого уровня, но переступить ему не дано. Если бы не последующие события, он бы не стал бы пророком. И Элигу, вот этот герой последний среди собеседников, который вмешивается во всю эту историю, он как раз тот самый учитель, и это главный герой, который как бы уже готов помочь Йову перейти на уровень пророчества. Но книга Когелет пророческую вещь вообще не берет во внимание. Книга Когелет говорит про людей, которые не станут пророками. А таких большинство. По этому поводу вопрос у книги ведь одинаковые. Но здесь есть очень важная вещь. В библейской литературе на вопрос о смысле жизни, на вопрос о страданиях и о счастье, о страданиях праведников – и о счастливой жизни злодеев, никогда запрещен один ответ. Запрещен ответ: в мире грядущем все будет решено правильно. Каждому воздаться вот как положено. Вот этот ответ запрещен. Вот этот ответ книги Танаха никогда не дают. Они считают, что это нечестный ответ. Вот никто в Танахе ни разу такого ответа не дал. Книга Йова тоже этого ответа не дает. И книга Когелет этого ответа не дает. Вот этот очевидный ответ, который проповедники регулярно упоминают во все времена, о том, что справедливость будет восстановлена в мире грядущем, это запрещенный для Библии ответ. И книга Когелет, она в этой библейской традиции. Тогда ключевой вопрос, который задает автор книги. В чем смысл существования? В чем смысл деятельности? Вот до сих пор первый ответ. Какой смысл жизни? Ответ интеллигентного человека – набираться ума. Когелет говорит, сомнительно что-то. Нет, конечно, ума есть практический смысл. Мудрец, он идет по освященной дороге, а дурак, он идет во тьме. В общем, навернется. Заведомо мудреца больше шанса, ну, мудреца, у умного человека больше шансов выжить. Но далее мы увидим еще про социальную сторону, там будет разговор на эту же тему. Но вот теперь вот это
после построения рая во второй главе идет вот эта песнь времен. И вот эта песнь времен, она как раз говорит, что, извините, но давайте вот некоторая простая вещь. Правильно любить или правильно ненавидеть? Правильно воевать или правильно стремиться к миру? Где там время уплывает? Плыхов или... Время... Мне что, стих пропущен. Ой, извините, время, вот оно. Время, как правильно, обнимать или удаляться от объятий? Опять, смотрите, есть Саадия Гаон, который говорит, что главный смысл книги Кагелы – это уклоняться от крайностей. Не обязательно бросать камни и не обязательно собирать камни. Можно иногда чуть-чуть отбрасывать некоторые камешки, некоторые собирать камешки, где-то вот такой. Он не про эту книгу на самом-то деле. Книга чуть-чуть про другое. Но вот обучать, милый, ты должен всех любить, детей. А ненавидеть, ай-яй-яй. Сегодня да, завтра нет. Вопрос своевременности только. И ну, тут еще там мораль некоторая по поводу того, что в свете сегодняшней там эпохи мира говорить о том, что кто-то когда-то воевал, он был нехорошим человеком, это неправда. Это, здесь вопрос о своевременности, но это еще одна философия, которая за всем этим лежит. Заметьте, все рассказать, что здесь есть, я просто не могу и никто не может. Это слишком много всего за этим. Но если мы хотим понять главную эту мысль, центральную мысль книги Кагелы, она пока идет в то, что автор начинает некоторую позицию, которую он собирается разбить. Но вот что неизменно, обратите внимание, вот, извините, я сейчас еще раз сделаю шерскрин. Это или не это? Извините, у меня два текста просто передам. Вот это. Обратите внимание вот на что. Вот у меня справа ивритский текст. Ключевые слова выделены, ну, по-разному. Где-то цветом шрифта, где-то цветом фона, разными подчеркиваниями, ну выделено, чтобы удобнее было работать. Вот это красным и с двойным подчеркиванием имя Бога, слово Бог, которое упомянуто в книге Кагелы. Вот теперь еще раз книги Йова. В книге Йова четырехбуквенное имя Бога, четырехбуквенное имя Гошем, есть в прологе на небесах и в рассказе о праведности Йова в начале, в прологе, опять-таки в прологе, в эпилоге земном и в откровении Бога к Йову. В остальном, в середине книги между прологом и эпилогом, этого имени там нет. Одно исключение, отдельная тема, почему там есть одно исключение. В книге Кагелет имени только Бог, вот только это имя. Только Элоким. Четырехбуквенного имени нет. Ровно потому же, почему в середине книги Йова этого имени нет. Там нет прямого разговора со Всевышним в книге Йова. В середине, до тех пор, пока Бог не открывается Йову, то там появляется четырехбуквенное имя, и оттуда оно идет густым потоком. Но в книге Кагелет, посмотрите, вот четыре стиха, в каждом
слово «Бог» в 11, 12, 13, 14, 15, 16, вот смотрите, вот имена Бога идут вот густым потоком, вдруг неожиданно. Теперь смотрим выше. Значит, о том, что счастливо работать – это дар Божий в морали второй главы. И больше этого имени нет во всей главе ни разу. Просто ни разу. И вот еврейская разбивка, 12 стих первой главы – это начало новой главы по еврейской разбивке. Оно правильная разбивка. Все, что есть, один раз на, вот, до конца второй главы. Зато здесь не выделено, у меня в другом тексте, есть выделено. Зато вот слово «они», «я», там упоминается многократно. А Бога нет. И вдруг в третьей главе густым потоком пошло слово «Бог», а слово «я» начинает еще, просто исчезает на некоторое время вот до сюда. Вот здесь оно опять появляется, но опять две фразы, которые уже пошли новая тема. Вот что в книге, вот когда мы говорим, что книга Кохелет – это книга, где надо любить, надо жить и получать от мира удовольствие, это неправда. Это книга религиозного человека. С ног до головы. Вот эта тема, что такое Йират Элоким, вот Йират Элоким, оно на русский хорошо не переводится. Это богобоязненность переводится. Только учтите, что ера в иврите – это не только страх, потому что на самом деле в русском, вот на русский язык слово «страх» лучше всего перевести ивритское слово «пахад». «Пахад» – это страх вот натуральный, страх волков, страх темноты. Это когда человека именно боится, есть чего бояться, это и есть страх. Вот так, натуральный материалистический страх. Кому интересно, опять мальбимовский анализ, вот чего Мальбим очень любит, я упоминал несколько раз этого человека, он очень любит проводить разницу между синонимами. Чем хера отличается от пахот, а те отличаются от пахот, там еще четыре синонима, он тщательно анализирует это. Опять, с ним не обязательно соглашаться, но иногда он очень точен. Иногда, довольно часто он очень точен. Вот. Так вот, ера в иврите – это еще уважение. Лучшая иллюстрация, что заповедь «почитай отца и мать», да, в 10 заповедей, в дублете, значит, она есть в книге «Шмот», и она есть в книге «Дворим», то есть в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». Так вот, в одном месте «почитай, уважай», кавет, а в другом «бойся». И ясно, что это одно и то же. То есть «уважай». Вот в слове «ера» есть сторона, по-моему, вот я уже не помню, кто это комментирует, что «ера» – это «бойся». Огорчить. Вот отношения с родителями, ведь ребенок, правильное отношение ребенка с родителями, это не боязнь, что придет папа и, да, у папы есть ремень. А правильный страх, ребенок боится огорчить родителей. Он хочет, чтобы они не огорчались. Тут нужно где-то границу ставить этому страху, то есть это влечет там неприятные всякие последствия, иногда воспитательных, но это отдельная тема. Но вот Йират Элоким – это где вот это? Боязнь огорчить Бога. Это вот эта мысль. Так вот,
Книга Когелет написана богобоязненным человеком. При этом он Бога считает источником времен. Вот в нашей третьей главе я слово «иньян» пока не комментирую. Вот я увидел это дурное дело, я его пока не комментирую. Это слово, оно в другом месте хорошо будет комментироваться. И что значит «ланот»? Опять. Здесь приведено в развлечение, но оно очень зыбкое. Это очень зыбкий комментарий и очень зыбкое чтение. Или наоборот, терзаться. То есть, но я готов дать подсказку. Глагол «она», корень «она», это главный корень книги Йова как раз. Вот корень «она» – это главный корень книги Йова. 109 употреблений. Это безумно. На 40 глав. То есть, обратите внимание, на 40 глав 109 употреблений. Это главный глагол книги. Именно Йова. А в книге Когелет глагол «она» появляется, корень «она» появляется в слове «иньян» и «лаанот». Причем вот какой смысл – это отдельная тема. Но то, что Бог, он как бы источник эпох, источник времен, вот это и есть комментарий Райведа к книге Ецира и комментарий Рамхаля в «Адир Бамарома» называется эта книжка, где он про время пишет очень много. Как бы, что источник эпох, вот у Рамхаля это на небесах нет времен, но есть только свет, света, урод, огни, разные огни. И они светят на душу, превращаясь в нашем мире во время, в эпохи. Это действительно здорово. Причем дальше следует в зависимости от того, как открываются окна. Некоторые окна открываются для человечества или для большой группы людей, но еще, а некоторые светят только в душу конкретного человека, то есть есть вот такие вот еще отношения. Длинно, у Рамхаля это все с каббалой хорошо завязано, и он же каббалист все-таки. Значит, но это именно вот это, вот он отсюда начинает, Рамхаль начинает именно здесь. Вот этот улам натан балибам, вот эта вечность, которая, учите, что слово улам в Библии всегда вечность. Это не мир дан в сердце, не вселенная дана в сердце, а это вечность дана в сердце. И что все это божественный источник. И вывод, ты не можешь понять деяния Божьи. Ты не можешь понять, почему у нас открылся свет эпохи молчания или говорения. Вы не можете сказать, что время бросать камни или время собирать камни. Время искать или время терять. Но если мы говорим о философии, то эпоха уничтожения старого. Вот как постмодернизм. Это время терять. Вот как конструктивизм 19 века, он там никогда так не называется, но это явно время строить, это попытка построить некоторую, еще лучше 18 век, где как бы деятельность, которая спасает, вот эта философия, время активного строения философских теорий, Кант, Гегель, вот эти вот, которая сменяется постепенно временем попытка разрушить все. Я просто в качестве иллюстрации, это не обязательно так, это может быть другое время строения из поисков и потерь. Но вот это вполне сознательная эпоха уничтожения. Например, в науках иногда идет эпоха, когда пытаются, уже понятно, что старая теория не держится, ее надо как-то подорвать, вот это время подорвать что-то. И это от Бога.
как я, по-моему, уже цитировал любимую цитату Рава Аарона Маркуса, «Ашер бьедомах каре арец», ну, буквально в его руке Всевышнего недра земли, обычное понимание этого места, но Рав Аарон Маркус «Альтикрамах», он считает, что это бештовский комментарий, «Альтикрамах каре эле читаймах акре», в его руке исследователи земли. То есть как бы есть эпохи, когда Всевышний руководит, в какую сторону надо проводить исследования. Вот, как бы все ученые как бы увлекаются одной темой. Значит, это вот, но при этом, но ведь вопрос книги Кохелет, вот поймите, вопрос книги Кохелет не где здесь Бог, а вопрос, где здесь человек. Вот это вопрос книги Кохелет. И когда он говорит, и я знал, что то, что делает Бог, это будет вечно, к этому не добавить и от этого не убавить, а Бог хочет, Бог это сделал так, чтобы почитали его или боялись его. И вот вывод. И дальше, и в конце 15 стих, вот я хочу остановиться и заметить, что есть классический комментарий к стиху 15. Он еще с Талмуда идет. Бог Элуким и Вакешет Гнирдав. Бог спросит за преследованием. Нирдав, радав, глагол радав – это преследовать. Причем преследовать во всех смыслах, и в буквальном смысле, когда человек гонится за другим, и родеф – это преследователи, причем именно в отрицательной коннотации. Но родеф – это также родеф шалом, например, человек, который в бакшеу. Родеф шалом – призыв – преследуй мир, преследуй благополучие. То есть родеф это непрерывная, это какая-то непрерывная деятельность по достижению чего-то. По этому поводу понимание это, как это в Хашем Ивакеше, Элуким Ивакеше Гнирдав, Бог спросит за преследуемого, это здорово абсолютно, это правильно, это здорово, но это абсолютно не лезет в текст Кохелета, к несчастью. Но поэтому правильно, конечно же, нирдав – это повторяемость, непрерывная последовательность, либо непрерывные события, либо непрерывная повторяемость. Это тоже довольно очевидно в этом месте. То есть это Бог это хочет, Он это желает, чтобы события сменяли друг друга. Вот это очень важная такая вещь. И вот здесь как раз мы уходим в новую тему. Дело вот в чем. Здесь появляется тема, вроде бы на первый раз тема суда. И вот я увидел под солнцем место суда, а там реша, там беззаконие, место справедливости, а там злодей. Оба. Так, мы перешли к социально-юридическим вещам. И сказал я в сердце своем и правого, и неправого. Вот я хочу обратить внимание на... Я не настаиваю на этом переводе при этом. Сейчас я объясню, почему. Рассудит Бог, ибо время всякой вещи о всем, что делается там. Вот это там, оно здесь непонятно. Значит, давайте скажем так. Цадик и Раша
который мы автоматически переводим как праведник и злодей, и оно так переведено в предыдущем стихе, место суда, а там беззаконие, да? Реша. Реша – это стопроцентное беззаконие, это злодейство, это как угодно можно перевести. Место справедливости, а там Раша. Раша – это преступник или злодей. Но фокус в том, что в библейском смысле цадик и Раша – это еще одна вещь. Это правый в суде и неправый в суде. Вот это второй смысл. А учитывая, что перед нами книга Кохелет, где на протяжении там, 5 стихов одно слово может употребляться в разных совершенно смыслах, вот в 5 главе, по-моему, есть характернейший пример, сейчас я попробую показать. В 5, да. Так, где он? Это есть потрясающий просто пример. Вот он, оказывается, в 7. Вот смотрите. Печаль лучше радости, лучше смеха. Да? Ибо в печальном лице облагораживает сердце. Я понял. Это 3. Вот 9 стих в той же главе. Не спеши переходить гнев, ибо каз, тот самый гнев, достояние глупцов, лежит за пазухой глупцов. Я что-то не понял. Вы только что сказали, что каз – это хорошо. Правильно, потому что каз там – это печаль. А каз здесь, в 9 стихе, это гнев. Это разные каза. То есть, но обрати внимание, на протяжении вот от 3 до 9 стиху одно и то же слово в разных смыслах. Это для книги Кохелет вот нормальный номер абсолютно. То же самое здесь. Сказал я в сердце свое, правого и неправого будет судить Бог. Ибо время всякой вещи и за всякой деятельность там, где-то. И ответ, он, значит, ну, естественно, количество классических комментаторов, которые говорят, что там имеет в виду там, на небесах. Ну, во-первых, если бы это было на небесах, то значит, опять я утверждаю, что это абсолютно не в стиле книги Кохелет говорить, что Шам – это на небесах или в мире грядущем. И Раши в этом месте все-таки, вы же сами понимаете, что мы все под Раши живем, что называется. Ежели Раши что-то говорит, то в суде. Шам – это в том самом суде у нас сейчас тут злодей и злодейство, но там Бог рассудит, и в том же самом суде все станет наоборот. Придет время, когда этот же самый суд, Шам, это в земном суде. Бог рассудит все наоборот. Значит, далее. Опять, это все на ту же тему, по поводу чем заниматься. Сказал я в сердце свое по поводу высказывания некоторых людей, что их избрал и Бог, вот Леварам это то ли избрал, то ли создал. Избрал Бог. Я же утверждаю, что они тоже скотина. Вообще вот опять загадка чтения. На русский я не могу это хорошо перевести, потому что здесь нужна игра слов.
потому что в оригинале там мощная игра слов на раз, два, три, на пять гэев, аллитеративная. Шехем бхейма хэмалахэм. Вот это хэм бхейма, опять вот на обратите внимание, хэм в слове бхейма хэм, хэма и лахэм, вот это хэм, оно повторено в четырех словах подряд. И ясно, что автор хочет вот это хэм, 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 хэм повторить многократно, абсолютно сознательно. Вот это хэм-хэм-хэм, которое повторено, это такая сознательная шутка, понятно. Но обратите внимание дальше. Ибо то, что случится с людьми, это то же, что случится с судьбой, и одно и то же случится, как этот умрет, так и этот умрет. А дух один у всех. И преимущество человека перед скалой нет, ибо все хэмэ. Ибо все пустяки, ничтожество, ерунда. Хаколь голэхэль гамаком хат, хаколь хаямин гафар, хаколь ешупэль гафар. Все пришло из праха, все возвратится в прах. И далее идет вещь для религиозной книги немыслимо, кто знает, поднимается ли душа человека к небесам и опускается ли душа человека под землю, и тот самый рефрен, который я обещал, и понял я, что единое счастье – радоваться делам своим. И это награда его. Теперь, вот опять, библейская четкость, вот четкость библейского понимания. Когда говорится, что Бог вдохнул душу в ноздри человека во второй главе книги Берешит, Бытия, то у животных душа, знаете ли, тоже не от сырости взяла, не взялась. И взялась она оттуда же. То, что человек сделан из афар, и то, что все животные сделаны из праха, и человек, и животное, с этим спорить нельзя. Всякий, кто читал книгу Берешит, это видит, там это нарисовано. То же самое в книге Тхилим это написано. По этому поводу животное – это прах, одушевленное душой, посланный ему Богом. Человек – это прах, одушевленный душой, который послан ему Богом. Ты говоришь, что человек лучше животного. Кто тебе это сказал? Мы знаем уверенно одно, что то, что случится с человеком, случится с любым и животным тоже. Что произойдет дальше, мы не знаем. Вот этот запрет, паргот, то, что называется, вот это занавес между миром высшим и миром земным, для автора Когелет он столь же очевиден, что дальше некуда. Кто знает среди живущих, в смысле не верит, а именно знает. Вы это знаете, вы это видели, вы можете доказательным знанием это доказать. Нет. Кстати, чтобы было понятно, в Эндшпиле, в конце книги, когда Когелет начнет уже описывать жизнь человека от начала до конца, он повторит и вернется человек в прах, которым он был, но дальше от душа вернется к Богу, который ее дал. Это там будет. Но в рассуждениях он совершенно спокойно говорит, кто знает. Мы в это верим, но кто знает. К тому же он вообще говорит не про то, вернется ли душа человека к Богу. Он говорит, другой вопрос задает. Вы же говорите, что человек выше животного. Но если говорить реально, душа у нас одна, данная Богом, прах одушевленный душой. Мы знаем, что умрет. Кто вам сказал, что душа
животному опускается вниз. Если вы говорите, что человек выше, тогда где? Здесь душа вернется человека к Богу. Мы в это верим, мы это считаем, знаем. Но про животное-то вы не знаете. Про животное у нас мы ничего про это сказать не можем, если не читать философов всевозможных по этому поводу. По этому поводу, ибо это награда, я не знаю, как правильно перевести, единственное счастье, и видел, что нет иного счастья, кроме как человеку радоваться делам своим, ибо это его, ну, награда переведена, это правильно, потому что это его доля, если хотите. Ибо кто увидит его, посмотреть, что будет после него. Но, обратите внимание, он опять вернулся к тому же рефрену. Награда этого мира. Вот раз за разом он повторяет про награду этого мира. Награда этого мира – радость. Теперь я хочу заметить. У Рава Хиздая Крескоса одна из главных мыслей состоит в том, что высшее религиозное действие, которое предписывает, которое человеку следует делать или не делать, это радоваться тому, что с ним происходит, принимать или отвергать. Инструмент, с помощью которого проверяется душа человека, это насколько радостно он выполняет то, что ему повелели свыше. Обратите внимание на вот эту перекличку. Рав Хиздай Крескос где-то идет отсюда, вот отсюда, он от этой книги отталкивается. И то, что это имеет место, такой способ мышления, это вот именно здесь и нигде больше. Вот на этом я хочу закончить сегодняшние речи. Ну да, если кому-то что-то хочется сказать, то у нас, по-моему, есть время. Сейчас. А, ну да, я забыл заширить скрин. Договорились. Я не спорю. Эмиль, я не спорю с тем, что вы пишете про Йова. Не спорю. Нет воздаяния за заповеди. Он не об этом говорит. Про заповеди мы еще не дошли до этого. Мы еще не дошли до места заповеди. Он будет говорить про заповеди. Не все сразу. Все-таки последовательность. Книга Когелет трудна. Вот поймите, книги Когелет надо... Вот я считаю, что наиболее хороший способ описания книги Когелет... Представьте себе, что вы... Как по-русски пазл называется? Кто-нибудь знает слово для пазла? Так и называется пазл. Пазл так и называется. Отлично. Так вот, представьте себе... что книга Когелет – это такой большой пазл, где вы, у вас нет, вот обычно, почему пазл прикладывается там на обложке, обычно крупная фотография того, что нужно сложить из этого. Да? А теперь представьте, что перед вами пазл, только у него края не фигурные, а одинаковые, квадратиками нарезаны. И фотография не приведена, какая должна получиться в конце. Складывайте, дорогие. Там точно есть в конце картинка. Она есть. Ребята, вы ищите, она там есть. Только попробуйте сложить. Поэтому постепенно. Вот на самом деле книга Йова – это герметический спираль, это герметический пазл такой. Вот надо правильно, надо как-то сложить. А потом посмотреть картинку, которая получится. Эту картинку надо, ну,
понять, все-таки та картинка, какая предполагалась, или не та картинка. Иногда очень смешно читать книги, где видно хорошо, что у человека складывается картинка какая-то не та, по всей видимости, но он так его сложил. Так вот, про заповеди будет, но не сейчас, не все сразу. Невозможно складывать пазл сразу весь, надо по частям их обычно складывают. По частям. Правильно ли я понял, что вот та радость, о которой говорит Коэлет, там ключевое, что она не как награда за действие, а как в процессе, действий? Нет, это радость в процессе – это дар, который человек получил. Это и есть награда, потому что, конец второй главы, Он же всегда и говорит человек, о молодом. Я время от времени забываю, что он автоматически не восстанавливает шейр. Конец второй главы. Ибо человеку, который хорош перед ним, он дал радость и дат, в разных смыслах употребляется, и мнение, да, слово «дат», может быть, мнение, здравый смысл, может быть, что угодно под этим словом. И радость. А грешнику дал рутину собирать, копить, чтобы потом отдать тому, кто лучше перед Богом. А это чепуха или ерунда. Да, слово «хэвэль». Я склоняюсь к переводу «ерунда», вообще-то «чепуха» – «ерунда». Могу показать большую таблицу употребления слова «гевель» в других книгах. «Ерунда» и «чепуха» – это очень частое употребление этого слова, хотя не всегда, иногда мираж именно вот такой. Значит, обратите внимание, что как бы он, Бог дает, это дар Божий, радоваться. Человек, который не хорош перед Богом, он этого дара не дал. Вот дара радоваться деятельности своей. То есть вот этот амаль есть у всех, да, но радость есть только у тех, кому дал Бог. Дело в том, что амаль, особенно в Сефре Хохма, в книгах мудрости, в печати. Амаль – это либо это труды, но труды, лежащие рядом с тягостными трудами. Место «Ки Адам ле Эмель Юлад» – вот эта любимая цитата, которая все время под дых ударила. Но в русском переводе, классическом, в Елизаветинской, по-моему, Библии, «Ибо человек рождается на страдания», как искры, чтобы сгорая взлетать вверх. Там нет слова «сгорая», но оно добавлено переводчиком, но правильно добавлено. Но дело в том, что в оригинале там «ибо человек рожден на труды, чтобы как искры возноситься вверх». Вот скажите, вот и то, и другое хорошо при этом. Вот этот «эмель», он в обоих смыслах. Но в книге Кохелет «Эмель» видно, что иногда «Эмель» – это тяжкий, неприятный труд, который человек должен пройти. Иногда это страдание, а иногда это «Эмель». Это просто труд, который может приносить удовлетворение. Так вот, человек, который угоден Богу, вот этот «Эмель», рутинный труд, давайте так скажем, тяжкий труд, он приносит радость. И это дар Божий. Дар не в смысле дар, как музыкальный дар, ну и тому подобное, а в смысле подарок от Бога. Именно подарок. Ибо Бог, дальше будет фраза, ибо Бог маанело, радует его, басимхат либо, радостью его же сердца. Там дальше будет вот такая фраза в Кохелет. Это Бог отвечает ему, даруя, предполагает, радость его сердца. Вот это дар радоваться,
это награда свыше. Спасибо. Ну, тогда всем агучабас и всем всего доброго. Большое спасибо. Шаббат шалом. Шаббат шалом.